Больше внимания к людям с ограниченными возможностями. Общественная палата Чувашии помогает инвалидам исполнить мечту. Подробнее далее. Илья Михайлов и его жена Анна – люди с ограниченными возможностями здоровья. Он слабовидящий, она передвигается на коляске. Несмотря на это, стараются жить полной жизнью и участвовать в различных творческих конкурсах. Недавно ездили в Крым. Дорога оказалась сложной, но благодаря помощи Общественной палаты Чувашии справились. Общественная палата Чувашской республики проводит большую работу по оказанию помощи разным категориям граждан, в том числе малоимущим, малотрудоспособным, семьи, которые нуждаются в этой помощи. И в данном случае меня попросили сказать, что Общественная палата оказала спонсорскую помощь по доставке трансфером из города Казани до Чебоксар и обратно. С международного инклюзивного фестиваля «Алтын Майдан» Анна и Илья вернулись не только с хорошим настроением, но и с победой. Успешно заняли оба первые места. Благодаря вот таким вот фестивалям, что мы имеем возможность принять участие, очень дает большой опыт нам в общении вообще с людьми и в творчестве прежде всего, так как фестиваль был не совсем инклюзивный, то есть там участвовали и здоровые люди, здоровые коллективы, была, здоровая конкуренция, то есть не было, никакой такой жалости, то есть все оценивали профессиональные люди. В Общественной палате отмечают, оказание помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, было и остается приоритетным. Рифат Фаткулин, Арина Гавелян, Республика.